Естественно, и основной закон, он должен, по идее, периодически меняться в соответствии с требованиями. Это требование времени. Так вот, из всех Владимир Владимирович Путин там внес законопроект, там всего 9 статей, но они настолько серьезные и мощные, которые требуют очень много изменений. И, скорее всего, как раз поэтому и ставится вопрос о всенародном голосовании, чтобы утвердить эти изменения и ввести в основной закон страны, по которому мы в дальнейшем будем жить еще долгое время. Но меня как медика, конечно, интересуют вопросы здравоохранения, где они очень прописано довольно серьезно, это общедоступная медицинская помощь, чтобы были созданы все условия для здорового образа жизни. Там много вопросов, которые... Это индексация пенсии, социальных пособий, создание условий для нормального развития семьи, забота о ребенке, о детях, которые должны являться основой семейных отношений. В свое время... А буквально это недавно мы активно занимались вопросами создания высокотехнологических крупных центров. Но было упущено несколько наше основное первичное звено, где, в принципе, сейчас не хватает уже кадрового состава. И вот этот вопрос сейчас был поднят, и довольно серьезно было принято решение, во-первых, усилить активность со стороны медицинских институтов, университетов, медицинских колледжей, где должны быть подготовлены, специально подготовлены для специалистов именно для первичного звена.